Слушайте, тут такое дело. Мой хороший знакомый отругал свою маленькую дочь за то, что она играет в мужские игрушки. Ситуация. Он приходит забирать дочь из садика, сидит дочь и играет в машинки. Ну, естественно, отец в шоке, типа, как так? А что будет дальше, он мне говорит. Я думаю, ну действительно, а что может быть дальше? То есть сейчас она в 5 лет играет в машинки, потом ей станет 18, она сдаст на права и будет водить настоящую машину? Да нахер это надо? Уважаемые родители, позвольте я на правах кандидата педагогических наук объясню вам, как отличить игрушку для мальчика от игрушки для девочки. Берете игрушку, вот так смотрите на нее и задаете себе всего лишь один вопрос. Чтобы играть с этой игрушкой, нужен член? Если член нужен, это игрушка для взрослых. А все остальные игрушки – это игрушки и для мальчиков, и для девочек. Вот и все, вот и все.